Всем привет! Рецепт маринованной капусты. Готовится очень просто, быстро, а главное, очень вкусно получается. Итак, берем капустину. У меня небольшая, своя, с огорода. Потихонечку нарезаем. Не обязательно мелко, можно покрупнее. Это как бы не на борщ. Укладываем в кастрюльку, переминаем. Хорошенечко так нужно помять, чтобы соки пустило прям. Берем морковку, натираем на терке, тоже у меня своя с огорода. Добавляем к капусте. Затем берем перчик сладкий, тоже свой. Убираем семена. Там легко хвостик, если туда-сюда подавить, потянуть, вынимаются все семена. Ничего вырезать не надо, и так просто. Нарезаем как бы накосо полосочками. Сильно длинные не люблю. Нарезаю вот так вот, потом помельче. Тоже добавляем капусте. Потом берем все это дело, перемешиваем. Берем баночку, запихиваем, укладываем. Лучше, конечно, это женской ручкой делать. Моя не влазит в банку. Напихиваем туда, трамбуем. Потом берем острый перчик. Можно без него, мне нравится, когда с остреньким. Оно так как-то вкуснее. Закидываем сверху. Затем наливаем воду на литр воды, ложка соли столовая без горки, 5 ложек сахара. Кто-то кладет 7, для меня слишком сладкое получается. Мне нравится 5 ложек. Затем вливаем полстакана уксуса. Это на литр воды. Включаем огонь. Ставим наш рассол, так сказать. Помешиваем, чтобы растворилось все это дело. Затем ждем, пока закипит. Покипит пускай там минут 5. И можно будет заливать. Затем берем ополоник или половник, кто как называет. Заливаем рассол потихоньку, не быстро. Главное, чтобы он касался банки, иначе банка может лопнуть. То есть касаемся банки и заливаем.
заливаем до верха. После того, как залили, накрываем обычной пластмассовой крышкой, ставим в холодильник, ну, вернее, после того, как остынет, ставим в холодильник, ночь постоит, и уже можно употреблять. Очень вкусно и просто. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!